Всем кусь, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в Windblown. Вторая серия прохождения этой игрушечки, сразу меня встречает этот саундтрек, я не знаю, с ней так дико кайфую. Тут заставка каждый раз на самом деле запускается, чем мне снова напоминает Haven, кстати говоря, там тоже была заставка, сразу всегда запускала в самом начале игры. Она безумно была кайфовая, с очень кайфовым саундтреком, я ее не раз переслушивал и пересматривал. Мы, ребят, в прошлый раз познакомились с этой игрой, познакомились с основами механик, с визуальным стилем, с нашим главным холлом. Сегодня как раз таки продолжим, ребят. Не забывайте оценить видео, оставлять комментарии, ребят. Мне будет безумно приятно, за подписку на канал буду также очень признателен. Отдельное спасибо всем, кто поддержит меня еще и на Boosty подписками. Огромнейшая благодарность, ребят, кто присоединяется, всем, кто поддержит уже не первый месяц. Безумно я признателен. Что мы сегодня, ребят, с вами будем делать? У нас есть задание починить какого-то робота, которого мы там увидели как раз в прошлый раз. Мы тут немножечко подпрокачали себе мету. Но тут она такая мета, это радует что-то не статовое что-то, да, не чисто статовое, там больше хп, больше дамага и так далее, а какие-то всякие анлоки, такие на манер ближе к клеткам, в общем-то, да. В целом приятно очень выглядит, я не знаю, у меня очень приятное, позитивное первое впечатление об игре. В целом в комментариях тоже большинство она очень понравилась. Чё, какая музыка, не могу я просто, мне она слишком уж нравится. Наверное, погнали в экспедицию, да? Мы вроде ничего не забыли на нашей базе. Поехали. Собственно, отправляемся дальше. Отправляемся вот в это вот какое-то торнадо. На заднем фоне. Надеюсь, что русский язык потом в будущем в игру завезут. Либо же игроки, может быть, создадут сами. Ни хрена себе. Радикально запускаем. Запускает. Жах. И полетел. И все, и нет его. И никто его больше не видел, да? Мне написали в комментариях, ребят, также, что, оказывается, саундтрек к этой игре писал никто иной, как Danger. Сейчас я про это немножечко скажу. Катары. Так, криты, когда сзади, да? У меня со старта идет всегда, судя по всему, фишнайф. Так, ну у нас второе оружие. Берем все спокойно и идем, собственно, дальше. Ой, как хорошо-то, как же приятно, как это красиво выглядит. Черт, мне просто, я не знаю, безумно кайфую с того стиля, с этой музыки. Оно прям вот чисто мое, чисто... Обожаю подобное. Так вот, что касаемо Денджера, то есть автора саундтрека к этой игре, а это что такое? А туда как попасть? А туда дальше мы пойдем, мы просто видим то, что будет, попозже, наверное, да? Надеюсь, по крайней мере, так. Он оказывается, ну, точнее как, я знаю, кто такой Денджер, я не знал, что он к этой игре пишет, писал саундтрек. Вот, во-первых, он писал саундтрек частично к Фурии, которая как раз-таки, которую делали разработчики те же, что и Haven. Ну, Фурии их более первая игра. Фури и Хейвен — это один и тот же разработчик, в общем-то, да. И к Хейвену тоже писал саундтрек Danger. Я не знаю, насколько большую составляющую он там имел, скажем так, потому что в Фури много было композиторов, и одним из них был Danger. Но вот я, оказывается, весьма себе угадал, весьма себе в яблочко так сразу мне это напомнило, потому что мне и визуальным стилем напомнило, да, но ближе к Хейвену, кстати говоря, как и саундтрек ближе к Хейвену. Ну и вот Фури из той же оперы как раз таки. Так что, вот как так. Так что не видно, что мне настолько он запал сразу в душу. Ай. В прошлый раз я понял, что бьют достаточно больно. И при этом восстановление здесь не то, чтобы как-то очень уж много. У нас появилась теперь банка, фляга, которая хиляет, я не помню сколько, если честно. Аккуратненько. Можно делать такие комбинации, все такое. Здесь во многом закручивается, я так понимаю, что вокруг именно... В первую очередь таких комбинаций, потом там аффиксы, и само собой это все замыкает, как его, дары, и плюс, уди, и плюс, само собой, вот так себе, хорош, и плюс, само собой, твои навыки тринкеты, которые у нас имеют здесь гораздо больше кулдауна в среднем, мне показалось, чем в Dead Cells, например, что мне, в принципе, на самом деле, весьма нравится. Пульсор детектор, это, судя по всему, нужно для того робота или нет? Пожалуйста, не ломай меня, что-то там говорит. Я дружелюбен, там, для использования что-то такое. Я, ребята, все это переводить читать не буду, потому что это будет очень запарно. Думаю, что здесь просто идешь, в принципе, кликаешь, на все соглашаешься, и ничего ты в целом не упустишь. Так, 40 хп, Survivor. Сохраняет себя один раз от смерти, хилит на 50%. Не может быть заменено. Это дар. Can't be replaced. Вопрос в том, что если я... Это я так понимаю, как Йодгар Орус Леокс. Чисто. Я так понимаю, что это залочит нам слот дара, да? Что даже когда мы потратим эту штуку, мы не сможем его поменять.
Наверное, не хочу это тогда брать. Возможно, что эти тринкеты не стоит воспринимать как мутации в Dead Cells, например. Такого плана. Что-нибудь. Пока что мне поначалу явно будет проще пользоваться оружием дальнего боя, потому что у тебя больше времени реакции, как я это говорил. Гораздо так будет комфортнее, как и в Dead Cells аналогично, в принципе, тоже было, кстати. Но, само собой, я буду стараться использовать все, в принципе. Оп-оп-оп! Стоп. Я не понял. Я не получил урона сейчас. Ладно. Я не против. Так, что у нас касаемо оружия? Погодите-ка. У этой пушки крит после третьей атаки. Угу. Ну, давайте, допустим, заменим... Давайте заменим пока что катары. Пока что пускай у нас будет оружие одно милишное, одно дальнее. Мне кажется, так будет мне покомфортнее. Плюс-минус. Можно здесь гораздо быстрее все перемещаться. Черт возьми, я не знаю. Как просто перестать акцентировать так много внимания на саундтрек, когда он мне настолько нравится. Отходим. Комбинации вот эти очень, конечно, выглядят сочно. И их хочется использовать. Другое дело, что у тебя, чтобы ее заюзать, надо прям... Много времени должно пройти. То есть пока ты прожмешь фул комбо оружия своего, это достаточно долго. Вот так, прыжком. Хорошо, собрали все здесь. Так, и получаем, что это? Дэшмарк. Какая-то метка при дэше, судя по всему. Анлокнули. Так, у нас здесь есть дар. Написать, что это лучше скорее как дар переводить более корректно, чем нежели подарок. Так, убийство врага с огнем создает огненный шар. Угу. Оружие и эффекты накладывают один огня. То есть стабильный огонь от чего угодно, да? Это приятно с оружиями, которые делают много ударов. И оружие, которое особенно бафуется от удара по огню. Было бы шикарно. И Survivor здесь есть, да? Давайте, допустим, Burning Weapon возьмем себе, вот эти вот горящие оружия. Тогда я хочу себе вот этот посох, который у нас сейчас есть, заменить на что-то другое. Да и, в принципе, вот вторую свою пушку тоже так-то, потому что она тяжелая. Мне нужно что-то многоударное. Раз у нас здесь одинаковая сила у огня, я так понимаю, то лучше как раз-таки делать много ударов. Так, это что такое у нас? Goo Bomb. Inflicts goo and damage falls for 4 seconds. Так, это враги не могут двигаться. Я вот понял, в чем дело, короче, в прошлый раз у меня был этот предмет ведь. Я не понимал еще, почему враги не обездвижены. Наверное, они не могут двигаться, но они могут поворачиваться вокруг себя. Наверное, это в сделку не входило, скорее всего. Так, это у нас плюс валюта, хорошо. Пригодится тоже. Для чего-то там. Я пока не так во всем этом само собой ориентируюсь. Нет. Хочется пожадничать, я пока не совсем понимаю. По-моему, надо качать скорость атаки, кстати говоря. Здесь есть такой параметр, его можно частично прокачать. Это позволит мне гораздо проще прокручивать комбинации. Потому что, по-моему, они весьма важные здесь. А с базовой скоростью атаки... Шарахнуть так очень тяжело. Ух, нифига. А, это обездвиживание. Тоже. Окей, понял, хорошо. Они меня обездвижат, а потом пытаются лазером как раз-таки зажечь, загрызть. Учтем. Постепенно будем изучать разных мобов. Блин, оно здесь на самом деле реально ощущается, знаете, как... Отчасти как игра на прохождение по таким локациям. Ты не воспринимаешь... Вроде бы здесь у нас такие как мини-комнатки, да? Но почему-то думаешь... Кажется, что ты скорее игру на прохождение проходишь, словно. Кому-то напоминала она игрушечку Бастион своей структурой локации. Как раз таки, скорее не структурой даже, а сеттингом мира. Как здесь все такое разрозненное. Все в этом духе. Я Бастион безумно обожаю. Кому-то геймплей напоминает Hades, кому-то Dead Cells, кому-то что-то еще. Много кому всего по чуть-чуть, скажем так. Оп. Я пока не знаю, дает ли нам что-то идеальное уклонение. Ну, как сказать, идеальное. Просто уклонение, когда мы именно... Пишется Dodge. Так, дамаг плюс 5%, скорость атаки 5% и тринкетс рефайл 6%. А, перезаряются быстрее. Давайте скорость атаки. Вот как будто бы сейчас я на это хочу больше акцента сделать. Оп-оп-оп. Самое удобное для меня, наверное, сейчас был бы какой-нибудь, не знаю, скорострельный револьвер, который бьет просто быстро, издалека. И отлично работает. Тихо. Тихо. Нифига, комбинация большая какая. Это я... Ох ты, блин! А,
Погоди-ка. Может, я не получаю урон, когда у меня финальная комбо делается? Типа, тебе надо только до него дожить, а потом можно, в принципе, делать как угодно, потому что у меня сразу возникали вопросы, учитывая, что я не могу эту комбо прервать. Что как будто бы я вообще хрен увернусь. Не смогу уворачиваться, потому что комбинация длится, например, там 1,5–2 секунды, этот свап. Это же самоубийство полное. У меня была на эту мысль некоторое рассуждение. Может быть, у тебя неуязвимость включается какая-то? Или частично что-нибудь такое? Хит-бласт. Что-то открыли новенькое. Хорошо. Что у нас здесь дальше? Снова Survivor. Protection. Игнорирует первую атаку. В каждом биоме дает неуязвимость на 5 секунд. Каждые 250 базового урона, наносимых тобой, спавнит скиф. 31 дпс. Спавнит проджектайл такой. Слушайте, я это точно себе беру. Самое интересное. Надо наносить урон для того, чтобы нанести урона еще больше, да? А это хорошо как раз таки будет игра для милишки. Мне будет с этим потруднее, наверное, потому что надо все-таки изучать, что к чему и как. Еще пока в процессе. Стоп, а мне... Бассейн это хилка. Вот что это за комната. В прошлый раз это не понял, потому что у меня было фулл хп. Почти весь забег. До одной из комнат, где я потерял все, а потом... босс меня учекрыжил полностью. Окей, то есть тут есть у нас... комнаты лечения такие еще. Какая же музыка. Касаемо вот этого места, почему здесь можно постепенно вкладывать деньги, это для кого, по мне написали, сделано, потому что у вас может не хватать денег на что-то у обоих, да? Может второй игрок, например, помочь накопить. Помочь с покупкой. Вот так вот, то есть. Это накладывает у нас кровоток. Это у нас поджигание. Damage rate. Какая музыка. А поджигание носит на 25% больше урона и больше в полтора раза длится. Если оно стакается, то это вообще идеально, кстати. Максимум стаков 15 написано. Это то, что нам надо, да? Стакаем поджигание. И... прям будет хорошо. Blade Storm наносит... deals damage to nearby targets repeatedly. Наносит урон врагам рядышком. Это обилка. Длительность плюс 40 секунд. Торнадо какой-то. Слушайте, я бы взял бы себе вот эту штуковину. Хотя, с другой стороны, мы дары так найдем ведь. А нам потом дары девать некуда будет. Хотя и это мы найдем ведь на этот слот что-то. Давайте, ладно, купим, короче, себе вот эту штуковину. Пускай у нас будет билд на огонь, билд на поджигание. Будем сильно сжечь врагов просто напалмом. И всем, чем только можно. Так, здесь мы скидываем валюту. Прикольно сделано тоже. Потому что... ты не теряешь хотя бы... ну, хотя тут по-другому у тебя прокачка идет. Просто в Dead Cells у нас, например... погоди-ка. Показалось. В Dead Cells у нас надо было клетки тратить в процессе забега именно. И если ты их забыл потратить или еще что-то такое, то потом они у тебя все уходят никуда, если ты все-таки скис. Я думаю, что сегодня мы зайдем подальше. По крайней мере, я постараюсь к этому приложить все усилия. У меня всегда первый забег какой-то фейловый. А потом... стремительными шагами. Все очень быстро. Проходить удается зачастую. Не знаю, сколько здесь контента. Слышал вообще, что вроде как так-то и немало здесь контента. Типа там оружия много. Наверняка здесь будут тоже какие-то типа клеток босса. Усложнение такого плана именно, да? Предполагаю. Может быть попозже. А может нет, не знаю. Сколько этажей и так далее. Этажей, мне кажется, 3 могло бы быть. На начальной версии. Как будто бы такое значение, знаете, такое самое... самое классическое, словно. Так, отлично. Что у нас здесь такое? Эти роботики такие безобидные вообще. Не знаю, они бегают, но... я их выношу на всякий пожарный. Deadly Skip. Постепенно мы отлокаем. Просто оно за какие-то комнаты встречается время от времени. Не знаю, как-то... какое условие у анлока таких предметов. Что-то надо выполнить, или оно просто вот... кажется, сколько-то убитых врагов, например, появляется. Или еще какое-то условие. Пока трудно сказать. Так, около нас такой диск летает. Достаточно долго летает, кстати. Это хорошо как раз таки, когда у тебя прям мега-контактный билд. Для того, чтобы быть мега-контактным. Так, это хилка, да? Я бы хотел хилку найти себе каким-то другим вариантом. Хотя, на самом деле, мы до магазина можем не дожить ни до какого. Давайте я, наверное, куплю ее. Потому что в прошлый раз вроде бы босс был... вроде у меня был только один магазин. А потом был уже босс вскоре. Ну, как вскоре. Короче, второго магазина я не увидел. Что это такое? Это деньги справа, понятно. Это я не помню. Ну ладно, давайте сюда пойдем, допустим. Посмотрим как раз-таки. Тихо-тихо-тихо.
Жесть. Очень опасно, по-моему, когда у тебя несколько... О, а эти диски стакаются. Еще. Мобы резкие. Прям очень трудно прокрутить фул комбинацию на самом деле. Прям реально времени не хватает. Потому что она длится очень много времени. Это пока единственное, что я совсем не могу врубиться. Как использовать нормально. Потому что на каких-то более опасных врагах, на которых это актуальнее, у которых... По-моему, у нас неуязвимость все-таки реально есть. Многие враги не дают столько времени для того, чтобы прокрутить столько ударов. Да жесть, тридцатка! Капец, как больно отгрызают. Я не знаю, я сейчас наполучал урона просто потому, что я пытаюсь реализовать возможности наши, а не просто убить врагов и все. Я пытаюсь свапы юзать, а на них времени не хватает совершенно. Так, скорость атаки скифа увеличивается, ну, вот это вот лезвие, вся серпа, косы. И размер. Это билд на нее. Блин, у меня на поджигание больше, на самом деле, сейчас. Здесь у нас длительность и размер. Скорость полета, так понимаю. А, так спид написано. Не знаю. Так, ладно, Intense Burn. Максимальных стаков огня плюс 15 на команду. И дамаг плюс 10% за каждый стак. А, за for each 5 стак, за каждые 5 стаков. Слушайте, ну я хочу себе вот это взять, наверное. Это фул на поджог билд. Просто идеально нам будет. Давайте скидываем тогда damage skip, наверное. Кстати, а вот это поджигание, ведь оно должно стакаться с нашим огненным посохом, я правильно понимаю? Может, он будет 2 огня стакать тогда? Слушайте, у него deals critical against burning targets. Last Strike и Place Burn. То есть он критует по горящим врагам, у него последняя атака только огнем поджигает. А мы будем с первой критовать, получается, да? Звучит мега топово, на самом деле. Вопрос теперь, могу ли я обратно вернуться и залутать вторую комнату? А, вторую комнату нельзя залутать. Хорошо. Это нам не разобрать. Самые большие вопросы пока что с нашим лечением, потому что, типа, меня снесли хп, и мне его не восстановить никак особо. Источник исцеляющий, я так понимаю, что нам уже не попадется, наверное, да? Это что такое? А, это требует нас свап, да, использовать. Окей. Не знаю, в чем смысл этой двери, этой комнаты. Не то. 5 стаков огня на нем, например, да? Вот так, хорошо. Отбегай нафиг. Как будто бы наша вторая пуколка вообще не имеет никакого смысла. Сейчас. Как будто его посох намного лучше, чем вот эта пушка. Так, это у нас что такое? Анлок какой-то. Что? Стоп, а может мы какие-то способности откроем? Кристаллайз. Кристаллизация. Что-то говорится, ослабляйте сильную цель, пока не появится такой-то вот сигнал какой-то. Затем нажмите такую-то клавишу, чтобы выполнить их и собрать жизненную силу, жизненную сущность. При этом время от времени создает нам метавалюту вот эту еще. Погодите-ка, я правильно понимаю, что это если у врага осталось мало хп, можно его как-то казнить, и ты захиляешься, типа, может быть? Может так? Или нет? Я не знаю. Так, ладно. Берите эту штуку сбоку, пожалуйста. А, вот, все. Не до конца, я уверен, честно говоря. И у нас здесь будет босс, да? А, нет, погодите-ка, есть? Или что это? Может, здесь, типа, надо комнату зачистить, эту боковую, да? Ладно, давайте сюда пойдем, допустим. Я ж могу отсюда застрелять их, правильно? О, тихо! Меня телепортировало. Окей, понял. То есть слишком понаглеть все-таки не получится. Пока моя огненная палочка их выносит весьма достойно. Так, луч. Надо их вырубать. В принципе, ради свапа вторую пушку использовать есть смысл, но просто ей атаковать сейчас сильно уступает моей основной. Хотя я хотел не огненную палочку делать основной, но так уж получилось. Пока мы не нашли ничего на замену себе альтернативного. Так, зиплайн. А, окей, это не дверь, это вот сюда нам надо идти. Понял. Вопрос в том, как мне выхиляться, потому что у меня есть банка, но я банку не хотел бы лишний раз, ну, тратить раньше времени. Подожди. Почему-то не получалось, не жмякалось почему-то.
Я подозреваю, что у нас банка, скорее всего, в начале этажа или как-то еще она будет восстанавливаться. Может быть, при посещении как раз горячих источников. Но я не уверен точно. Там была сейчас эта вот кнопочка, но я поздно ее заметил. Так, скорость атаки максимум хп плюс 25. Я беру себе вот это. Сейчас мне это гораздо будет эффективнее. Особенно если банка хиляет процентно, то это усиливает в том числе и ее. Полетели дальше. Оп! Не, это что-то... Подожди-ка. Мы его добили, так, ну мы типа казним врага, судя по всему, да, это добавляет у нас вот такую кнопочку. И кайфово, когда у тебя получается сделать такую некую комбинацию прокрутить. Но не всегда это появляется, эта возможность. При этом я не до конца понимаю, что он делает. А это что такое у нас? Не секреточка. Follow the... Подожди-ка, следуй за ветром. А это что у нас? Сирокка третьего уровня. Так, стоять. Мы его заменяем. У нас он хилит на 3% от базового дамага дилд, когда у тебя мало хп. Опа. Он хиляет меня еще будет. Шикарный посох. Просто то, что нам надо было. Follow the wind. Ну, давайте попробуем. Ой. А, это какой-то магазин. Восстановление фляги, на которое хватает, кстати. Можем ее использовать и похиляться сразу же. Оружие и тринкеты, дэмэдж плюс 40% while near to your target. Когда рядом с твоей целью. Чего? Типа, сблизи больше урона настолько или что? Что-то не особо уверен. Давайте я, наверное, сейчас, ребят, хильнусь. Мне кажется, это будет более правильное решение, более стабильное, чтобы мы могли... А, окей. Типа, надо переподойти к ней. Чтобы у нас было больше шансов вынести босса. Иначе я просто на нем, скорее всего, сольюсь. Хотя это не перспективнее, не перспективное решение для долгосрочного забега, но... Нахрен тебе перспектива, если ты просто умрешь в процессе, да? По-моему, этих мобов-то реально... Это просто роботики такие, которых даже дэшем убиваешь. Они как вазочки, по сути. Наверное, местные, да, местные вазы как раз. Так, что я хочу? Вот это что такое у нас? А, это оружие. Слушайте, оружие я хочу. Оружие меня устраивает. Давайте. Оп-оп-оп. Обездвижение должно нам в теории очень даже подходить, кстати, потому что... Ой, стой. А, не успел. Ладно уже. Ходим. Добил. Там еще такое ощущение было, что я второго врага оглушил в процессе. Оп. Я не знаю, ребят, в чем смысл этого добивания. Но оно, как минимум, эстетически очень приятное. Ох, ни хрена! Вот так, хорош. Я думал, что за добивание мы будем как-то лечиться. Нет, наверное, мы ресурсы будем получать просто. Катары. Либо же бомба на 560 бабума. Наносит плюс 40% урона по врагам, которые... Горят. Идеально. Катар applies one curse. Накладывает одно проклятие, плюс 4% каждый. Чего? Curse. А каждый стак увеличивает дамаг к целям. 10 стакс. Triggered a final curse. The double, the total bonus. А, при 10 проклятиях он удваивает... Делает финальное проклятие, которое удваивает итоговый урон в 2 раза. Ну, удваивает просто. То есть он накладывает проклятие, которое повышает дамаг, короче. Настакивается. Хорошо. Но я возьму себе бомбу, потому что это слишком для меня идеально подходит. Да и мне нужен второй слот забить как раз таки навык и себе чем-нибудь. Так что делаем так. Следуем дальше. Здесь можно быстрее гораздо двигаться, само собой, да, но... Я не прям тороплюсь, на самом деле, куда-то. Ну. Так, тихо-тихо-тихо. Нет! А, это бомба рядом со мной вообще. Окей, понял. Да черт тебя подери, опять комбо хотел свой прокрутить. 90% получения урона это всегда, когда я пытаюсь прокрутить свой свап. На самом деле. Вот буквально. Почти все атаки, которые я пропустил, это были из-за этого. Очень уж много времени это требует. То есть надо подбирать идеальный момент. А идеальный момент это когда враг, наверное, только что атаковал. И при этом если у тебя нет других врагов. Потому что если другие враги есть, то они-то могут тебя еще ударить в процессе спокойно. Вот так тебе мега-бабум. Отлично. И этого тоже добиваем. Блин, не знаю, как же это сочно выглядит, черт меня возьми. Очень прям красиво.
Бомба Гу, damage плюс 60% against targets with Гу. Повышает урон на 60% по целям, которые находятся под эффектом этой бомбы. Хорошо. У нас, кстати... У нас аффикс первый появляется всегда, когда у нас оружие третьего уровня. Возможно, что механика какая-то похожая такая, типа как с клетками, что у нас чередуется добавление аффикса и добавление урона ощутимое. Так, Fish Knife. Плюс 40% атак спид, но минус дамаг. Опа! А вот это мне идеально подходит для настакивания как раз-таки... Для настакивания огня. Потому что я хочу быстро атаковать именно. И это милишное оружие. Оно будет хорошо сочетаться с бомбочкой. Так, сюда можно зайти. Тут... А, или это не секрет? Я подумал, что это секрет какая-то. Нет, это просто местечко такое. Небольшое ответвление. Хорошо. Ну, из врагов мы собираем монетки, в любом случае нам это... Из этих вот, которые как кувшинчики. В любом случае нам это полезно. 94 хп, плюс есть банка. Гораздо лучше, чем было в прошлый раз. Ну, поехали к роботику этому. Посмотрим, как мы с ним справимся. Он умеет создавать какую-то штуковину, которая бьет очень больно. За ней надо следить будет. Он ее сам при этом ломать может своим лазером. Не наглеем. Тихо. Вот так подорвали его. Вот создал. Вон и кайся. Хорош, отлично. А, мы его как-то еще, судя по всему, разозлили этим. Не уверен точно. Отбегаем. Несколько атак делает. Хорошо. Вот с этой атаки он меня добил в прошлый раз. 72! Господи, сколько! Почему так больно? Почему 72 урона с одного удара? Почему так? До усрачки много. Бьет его чертова атака. Так, сныкаемся. Подходим, обездвижим вот так. Отбегаем нахрен. Ух, нихрена, бомба за мной. Он нас шотнуть может сейчас. Да нет! Уходи. Ой, он там его можно было добить, оказывается, сейчас. Окей, добили. Хорош, все, готов. Дефит что-то там. Ой, подожди-ка. Стоять! Стоять! Говнюк убежал. Я только что, если мы добили его, что-то бы произошло, возможно. Нам бы что-то на какую-то доп. Награду, может быть, дали. Не знаю. Фу, хорошо, справились. Меня напрягает, что он с одного удара сносит больше половины хп, при учете, что у меня хп увеличенное. С одного удара. Я понимаю, что не с любого, но тем не менее есть такие атаки у него. Бенджер пульсор какой-то. Так, ой, подожди, удерживай А для чего-то. Я не успел... А, для того, чтобы подряд рывки использовать, да? Судя по всему, хорошо. Так, это у нас какой-то анлок. Щит. Нет. Никаких щитов. Так, у нас здесь три слота. Я подозреваю, что в будущем, может быть, слотов увеличится количество. Хотя их, типа, потому что их три штучки всего лишь, как-то немного совсем. Хотя они при этом прикольны то, что они все очень ощутимые. Это увеличивает длительность гу в два раза. Атаки по спине наносят плюс 100% по целям, которые как раз таки под эффектом гу. То есть ты можешь вокруг этого тоже билд свой построить. Элитки, мини-боссы и боссы drop a boost when slain. Дропают какой-то буст, когда ты их разрезаешь так. Этот буст что дает, вопрос? Не знаю. Так, это у нас рерол, да, я так понимаю. А если я хочу отказаться? You'll have to replace one of your gift. Так, я понимаю, что я могу его. Это рерол, я так понимаю, ведь, да? Или это выбрать деньги вместо этого? Может, это выбрать деньги? А, это выбрать деньги, хорошо. Окей, потому что у меня сейчас, в принципе, на огонь все хорошо собрано весьма. Меня это более чем устраивает. Полетели. О, святые источники. Красота. А баночка будет заполнена, нет? Нам банку не заполняют, кстати. Ребят, простите, но я тут отожму у вас местечко немножечко. Блин, а как банку заполнить, интересно будет?
Ну, дальше, наверное, узнаем. Я надеюсь, что не только за деньги все-таки, потому что дорого. А банку хочется пополнить. Так, у нас 357 монеток. А, вот есть банку восполнить, да? Судя по всему, только за деньги все-таки. То есть банка прям гораздо ценнее будет здесь. Гораздо критичнее. Fish Knife за 400. Heals heal you на 4%. Килами хилять. Блин, это круто прям. Вот это очень было бы хорошо. Но это благословение. Или все-таки пожадничать и типа билд оставить себе весь? Купить банку? Блин, не знаю, 4% за килл, это больше, это 4 типа. Типа, ну 5 хп тебя хиляет за каждый килл. Это в миллион раз больше, чем сейчас у меня. Бесконечное количество раз. У меня 0. Щит. А это что такое? Это типа анлоки какие-то или чего? Heals you, так, на 3% когда ты... Почему он так показывается? Я ж не могу его взять и использовать как-то. Это наши бафы как раз-таки. А, можем скинуть что-нибудь при желании. Давайте, ладно, давайте банку возьмем все-таки. Если получится прийти к боссу с фулл хп, как бы, к следующему, да, то вот это будет решение лучше для нас. С баночки сохранить. Хотя вот это увеличивает шанс, что мы к боссу придем с фулл хп как раз таки. Тут вроде бы есть лечения какие-то, которые дропались то ли из кувшинов, то ли из чего-то такого. Но их, кажется, было немного совсем. Надеюсь, что я буду не очень много получать урона, и мне их хватит, может быть. Что-то сильно я не прям уверен в этом, если честно. Почапали дальше потихонечку. Оп. Reach the Red Village for your first time. Короче, посетите какую-то деревню крыс или... А, да. Сыр. Сыр. Я Рокфора вспоминаю просто сразу. Видя сырец такой. Тут такие угри какие-то в супе плавают. Корабли. Прям как красивый мир устроен. Такой разрозненный. Ты прям загляденье вот серьезно. Ох, нифига какая бешеная крысина. Этого взорвали. Окей, второй тоже готов. Так, нам... Что это такое у нас здесь? Анлокнули себе еще что-то. Frozen Dodge. Ледяной рывок какой-то. Мне пока очень нравится, как здесь дары эти между собой сочетаются. Насколько они вот ощутимы в забеге. Тебе не трудно собрать что-то такое, знаете, рабочее. Ух ты, блин. Неприятно. Вот так себе добиваем. 110 хп у меня теперь. Он, оказывается, такую же создавал. Что это за атака такая? После того, как я комбо сделал. А, это, наверное, особенность свапа этого оружия, да? Ух, тихо. Нифига, он толстый уже. Что делает? Ай, не успел добить немножечко. Не среагировал. Прикольно, что там тайминг такой, он коротенький. Ты постепенно к нему привыкнешь, чтобы всех так добивать. Но при этом он и не дает тебе там какое-то огромное время, что ты можешь прям совсем зевать. Поехали дальше. Так, еще один такой, да? Ой, этот элитный какой-то. У него КП другое, по-моему. Рывок. Промахнулся. Отходим, отходим, отходим. А! 143! А еще у меня есть ралли-эффект какой-то. 143 с одного долбанного удара. Мне, честно говоря, смешно с этого просто. Мне кажется ли это немножечко многовато? Он бьет с одного удара больше, чем у меня хп в принципе есть. Максимум хп плюс 50. Это суммарно будет или что? Или это плюс 50 сверху еще? Это плюс 50 сверху, ни хрена себе. Ну, спасибо. Ну, один удар, и я труп. Нам 50 хп как бы добавили, плюс еще у нас есть ралли-эффект в этой части. Мне, по-моему, в комментариях писали как раз таки такое, что хп у меня восстанавливалось, когда я атаковал после получения урона. Там я видел, шкала такая была частично. То есть мы ралли-эффектом можем пользоваться. Вопрос, какая здесь анти-ваншот защита? Есть ли у нее такой, какой-то кулдаун, как в клетках, например? И какой у нее порог по хп? Потому что он меня ударил сильнее, но мы выжили. Ох, блин, комбинации очень сильно дамажат. Нам обязательно надо их использовать. Причем, может быть, есть смысл, знаете что? Есть смысл бить кинжалом, а комбинацию использовать свапа на посох. Потому что она, во-первых, сильная. Во-вторых, у меня кинжал бьет быстро, и нам после него использовать комбинацию гораздо проще. Подожди, куда мне идти? И сюда, и туда можно.
Вот так. Взорвали, отлично. Несколько ударов делает. Нифига себе, по снегу камню. Держи. Не добил немножко. Готов. Так, тут у нас какой-то предметик. Raven Blade 4 уровня, да? Атак спид плюс 40%, дэмэдж минус 20. Блин, как раз таки буквально то же самое. Другое дело, что этот меч, по-моему, все равно будет бить медленнее, чем мой кинжал. Он гораздо быстрее создает вот эту, ну, как его, завершает комбинацию. Мне он как будто уже нечего. Что такое? А, там катары показываются, ладно. Это нам не надо. Вот так взорвали. Ай! А я могу, кстати, получается, комбинацию свою издалека крутить, да? Сделал три удара издалека, и потом жаку с вапом просто с босха своего. Катары плюс 20% скорость атаки. Блин, а вот это может быть уже сильно, кстати. Потому что катары сами по себе быстрее бьют. Я так понимаю. Ой, подожди. Ну, комбинация у них где-то похожая. Можно делать... Подожди, как рывок делать там? Held. Dash behind held. Именно не hold, а held. А, вот. Типа, атакуешь один раз, а потом у тебя рывок такой происходит. Окей, хорошо. Подожди, а если я... Оно как-то не сразу срабатывает. Иногда работает, иногда нет. Я бью один раз и зажимаю клавишу сразу. Ну, типа, я нажимаю один раз клавишу и жду ее. Он почему-то не всегда это юзает, такую штуку. Вот смотрите. Нажал, дэш есть, нажал, оп, дэша нету. Причем, если ты после этой атаки еще раз нажимаешь, он на нее вообще не реагирует. Какое-то странное опознавание нажатия при вот этих вот... Используя чисто этого оружия, например. Так, там у нас свиток, здесь у нас что? Здесь у нас что-то дальше. Подозреваю, что сюда мы можем на халяву зайти и вернуться потом, потому что здесь выбора вроде бы никого нету. Давайте, поехали. Отлично. Этот готов. Просто уничтожим. Так, этот отбегаем. Его просто, в принципе, можно так вынести. А, у этих щит спереди еще находится. У них бронированная пузика. Сжигай. Вот эта атака с рывком прям очень страшная. Ох, обоих снес этой штуковиной. Отлично получилось вообще. А этот со щитом какой-то страшный. У-у-у! Капец, я не мог никуда уже убежать. Мне банку показывают. Я знаю про банку, но, блин, как будто бы не хочется. Как будто я хочу 50 хп. Честно говоря, 50 хп гораздо больше, чем 10% дамага. Вроде бы дамаг очень важен в таких играх, да. И в Dead Cells там и все такое. Но когда у тебя настолько безумная долбанутая нехватка хп... Меня бьют гораздо жестче, чем у меня в пятой, на пяти клетках, если я буду качать только одну тактику и не, другие свитки вообще не брать. Меня бьют вот примерно с таким соотношением. Только это самое начало. Ух, тихо. Вот так взорвал бомбочкой. Отлично. Бомбочка шарахает, конечно, сильно. Хорош. Один готов еще. Так, рывок сквозь него. Отбегай нахрен. И этот готов тоже. Нет, нет, нет. Убегай, убегай нахрен. Свап этого почти добили. Динамичненько играется и весьма напряженно на самом деле. Отлично. По-моему, после комбинации, возможно, увеличивается шанс того, что тебе дадут добивание такое. Так, Wind Map Collected. Какая-то карта ветра, не знаю. Так, что у нас тут? Тринкеты быстрее перезаряжаются, криты сильнее, дамаг плюс 10%. Наверное, криты сильнее было бы хорошо, потому что у меня критует наш посох по горячей цели. Это критует всегда, то есть. Давайте возьмем. Пока что меня единственное, что напрягает, это цена ошибки. Как больно меня бьют и насколько тяжело восполнить здоровье. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Нет, нет, нет. Зараза, достает. Какой же, как же он быстро кидает эту фиговину. Слушайте, а как этого моба бить в мили?
Он же душит, капец. Он же кастует эту штуковину очень быстро. Не дадут себе времени нормально толком. Агрессивненько весьма. Музыка такая кайфовая. Просто не могу я с нее. Вау! Нет! Уходи! Просто пипец. 52 хп. Как же больно. Так, это что у нас такое? Может, похиляете меня где-нибудь, нет? Нет, вроде бы, да. Пока что. Так, урон со спины плюс 60%. Надо будет регулярно менять оружие, потому что оружие здесь обновляют, себе более крутое предлагают, понятное дело. Но у меня сейчас нет таких больших проблем с уроном. Есть проблемы только с тем, насколько больно меня бьют. И они уроном не гасят, не загасятся. Ты все равно время от времени будешь допускать ошибки. Какой бы у тебя урон ни был. Даже если ты всех ваншотаешь, то все равно где-то враги будут успевать атаковать. Окей. Что-то тут прокрутить удалось более-менее. Еще один готов. Это что такое? А, это предмет, да? Граната мелкая. 10 секунд кулдаун. Спавнит косы. Ну, моя граната урон по огню бьет. Сильно. Мне ей, честно говоря, будет комфортнее, я думаю. Так что не будем менять. Наша граната больше подходит. Какая же музыка. Блин, хочется реально подальше от врагов держаться вообще. Очень уж они резвые сблизи, во-первых, да? Как будто издалека прям, ну, намного комфортнее. Очень резкий, при этом с такой безумной ценой ошибки в милишку идти вообще не хочется. В милишку хочется, если у тебя, не знаю, там, если бы мы хилялись нормально, как минимум. Если бы был бы баланс, как в скал, например. А, кстати, смотрите, а здесь меньше дают. Может, они типа разного размера имеются. Да, вот это типа обычно, а там были большие бафы. По-моему, я опять беру хп себе, потому что это хотя бы лечение, и это усиление эффективности банки. Немного напрягает меня этот момент, но я, собственно, касаем баланса, касаем всяких таких моментов, я не берусь судить, потому что я еще слишком мало видел в этой игре всего. Но пока что выглядит так, что как будто бы я все апгрейды хочу в хп вкладывать. И это не Dead Cells момент, где ты поначалу просто... Там в Dead Cells на нулевой клетке тебе там, не знаю, 10-20 ударов надо, чтобы ты сдох, еще и банок целая куча. И регулярно не регаются. И в целом вариантов отхиляться много. Здесь оно по-другому совсем. Поэтому не такой момент, что просто ты отхватываешь слишком много. А прям, когда цена ошибки такая безумная. Когда один удар можешь заставить себя лечиться последующие 20 минут, условно говоря. Окей. Но я подозреваю, что, скорее всего, дальше у нас откроются варианты лечения. Типа за разбор предметов, как в курсе, может лечение выпадать. Либо что-то еще в таком духе. Наверняка что-то будет подобное будет. Вот так. Оп. Красавец. Просто приятно. Наша комбинация из обездвижения плюс бомбы, хотя это не обязательно на самом деле так делать. Лучше было поджигать, а потом бомбы шарахать. Она выносит многих врагов, даже весьма себе толстых. Ну, потому что там дамага, конечно, много у этой бомбочки, но у нее кулдаун ощутимый. Так что, понятное дело. У Шины бывает, по-моему, хилка вот дропает, но изредка, по ощущениям. Как я вовремя использовал... Свап. Сколько, блин! Как же много дамажит! И это очередная атака, из-за которой не хочется подходить вплотную, по-моему. Уйди! Так, ладно, я хилку использую, к сожалению. Блин, он кастанул атаку вокруг себя, которую я никак не мог ожидать. И от которой я уже не мог никак успеть нормально уйти, потому что... Она на пол поля. А у меня рывок не настолько быстрый. Жесть, минус банк, defeat the head, мини-босс. А, это мини-босс был, окей, ну понятно, видно, что он какой-то более жесткий, чем обычный враг. Тем не менее, прогресс постепенно есть. Протектор, фиш. Защитная рыба какая-то, хорошо. Так, обилки. Вопрос в том, что есть ли здесь какие-то редкости у обилок? Можно ли в будущем находить более крутые, или они все одинаковые? Это у нас убийство врагов дает тебе огненный шарик, да?
А, огненный шар, который стреляет потом какое-то время. Но на боссе работать будет спорно. Может, стоит взять сурвайвера, чтобы хотя бы резнуться разочек? Я не знаю. Потому что я сдохну скоро с таким успехом. Kills activate brutality. Подождите-ка, а у меня сколько сейчас денег? А здесь не пишется, да? А, вот здесь можно посмотреть. 739. У меня на банку хватит, если мы банк найдем. Мне кажется, что мне просто вот эту штуку я не реализую до конца. Вроде хорошо билд на огонь иметь, да? Но я не раскрою. Здесь будет проблема в том, что я не знаю атак врагов и буду допускать ошибок больше. Особенно в начале. Потому что в начале вообще ничего не знаешь. И эта жизнь меня может спасти. Давайте, наверное, возьмем ее все-таки. Потому что, по-моему, забег скоро закончится, если я... Ну, так он хоть чуть-чуть подольше продлится. То есть повышенный дамаг меня не спасет здесь. А выживаемость хоть немножечко позволит продержаться. Потому что проблема не в том, не в дамаге. У нас как бы он не раскроется особо. Мы сейчас, конечно, полечимся, найдем себе банку. И даже так, если найдем банку, я все равно не пожалел, что взял ресалку. Так больше шансов вынести босса. Если доберемся до него. Прикольно здесь оформлено. Такие горячие источники, такое лечение уютненькое, теплое. Да, и мы дошли до магазина. Здесь есть фляга. Но флягу очень дорого. Я так понимаю, что вначале ты будешь на нее тратиться, а потом ты будешь стараться все меньше и меньше денег на это сливать. Хотя можно слить деньги, например, на нее, можно на оружие, да? Оружие, если ты сливаешь деньги на флягу, тебе приходится с оружием просто дольше время со своим слабеньким бегать, реже его обновлять. Что, в принципе, тоже не путь в могилу. Фишнайф. Finishers apply goo на 3 секунды. В конце goo накладывают еще. Вот этот эффект. У меня сразу World of Goo каждый раз вспоминается. Игрушка старенькая такая. Там вторая часть вышла, вроде бы не такая давняя. Так, что здесь еще есть у нас? А, дэш активирует фокус. Плюс 60% на один удар. Дэш на... бонус на урон фокус дает. То есть после дэша у тебя бонус дамагу. На сильные тычки одиночные хорошо должно быть. Граната частая. Ох, блин, урон по горящей цели. И спаунит этот самый за 500. Дорого, зараза. Если мы его покупаем, то мы не покупаем второй. Значит, что нам бы вторую гранату купить вообще. А, погоди, гу повышает дамаг еще по цели, да? Может, тогда и одной гранаты хватило бы. Блин, не знаю, она очень хороша, конечно. 220 урона на 10 секунд, 10 секунд кулдаун. Здесь 35, в 3,5 раза больше кулдаун, дамаг больше в 2,5 раза. И еще и копье будет создавать. Косу. Очень круто. Но это минус банка будет, а мы банку потом никак не купим. Мне банка, по-моему, нужнее, к сожалению, вот серьезно. Если смотреть на максимизацию своих шансов на боссе, то явно вот с этим. Учитывая, что... Я понимаю, что меня бьют там, типа, там на пол хп, и тебе хп не спасет. Но если даже меня бьют на пол хп, то банка добавит нам с такую же эффективность процентно, что если бы меня били бы слабо. Типа, меня убьют в полтора раза дольше будут убивать. Это весьма ощутимо. Так что пока делаем так. Хотя потом постепенно, само собой, будешь привыкать и будешь отказываться от банок порой. Или в целом их меньше использовать. Это тоже ясное дело. Так, reach the incubator for the first time. Инкубатор, как локация. Там у ачивки нету иконки. Не знаю. А босса не будет типа здесь, да? Ладно. После того, той локации. А, может быть здесь боссы каждые две локации. У нас в самом начале мы же тоже первого босса встретили на после второго биома именно. Ух ты, блин. Вот так взрываем. Блин, а моя граната, не могу сказать, что очень сильно прям дамажит как-то. Хорошо. По-моему, свап очень силен. Вот серьезно, выглядит сейчас идеальная тактика. Это одно оружие очень быстрое. Сайз плюс 100% в два раза больше размер атаки этого оружия. Накладывает, а больше урона по кровотоку. Но мне это не надо брать. У меня сейчас кинжал, который очень быстро атакует. Это гораздо мне полезнее. Ой. Тентакли. Так, а мне куда? Погодите-ка. Потому что я и сюда могу пойти. Тринкетап. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тентакли. Взорвал, отлично. И вот так его добивай. Ох, блин, какой же это эстетический кайф просто тебе доставляет. Прям балдеж. Так, у нас здесь была Raven Blade. Charge towards distance foes. Или поезд, не знаю. Finisher damage плюс 60%. Charge towards... Что это значит? Первая строчка, не все понимаю. Опять же. Отмена. Ой.
Но у него комбинация долгая, ее хрен прокрутишь ведь. Не знаю, по-моему, лучше пускай у нас будут катары пока что. Они 4 левела, в принципе, чуть послабее, но тоже неплохо вполне. Их стоит нам постараться будет обновить, само собой, но можно с такими пока что побегать. Видите-ка, а может в ту сторону надо было идти все-таки, а не сюда, потому что я не могу понять, типа, как здесь стоят дела с этим. Так, там кинжал снизу нам нужен. Эти штуки можно ломать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сломал на свою голову. Охренеть. Так, у него руки какие-то вылезают. Как вовремя у меня был этот свап-атака. Жесть, какое безумие здесь творится. Охренеть. Чё за жесть? Он меня еще и оглушает. Враг опрокидывает тебя, ты не можешь ничего с этим сделать потом. Ты не можешь уклониться, ты попадаешь под одну атаку, ты с большой вероятностью попадаешь под следующие две еще. Охренеть! Чё за жесть мобы тут? Что это такое? А, мы анлокнули что-то. Айблейд. Судя по всему, это какой-то анлок был здесь жесткий, да? Который надо было их один раз вынести. А я еще их одновременно открыл. Обалденно. Жесть. Так, а это меня куда перенесет вопрос? А, это обратно меня возвращает. Понятно, это вот такая секретка была здесь у нас. Ну сюда я пока не сразу понимаю, куда мне надо идти. Какой маршрут основной, а какой дополнительный. Стараюсь, естественно, все открывать. Что-то я уже не знаю, даже стоит ломать эту штуковину, потому что... Уже я увидел, что в этих банках содержится порой. Сказано было, локация называется инкубатор, да? Здесь как раз-таки инкубаторы всякие находятся, существ здесь всяких выращивают. Судя по всему. Что он делает? Бомбочки накидал. А это не открыт сейчас. Блин, банку не хочется использовать. По-моему, надо банку юзать. По-моему, нам могут нас добить просто. Я не знаю, какой у нас ХП нужно иметь. Жесть! Слушайте, как вообще от них нормально доджить? Я просто не понимаю. Тут каждый моб имеет такие безумные атаки. Надо очень с таймингом быть аккуратным. Очень высокая цена ошибки, за эти прям надо гораздо больше следить. Это знаете, как в Dead Cells у нас была целая куча просто мелких мобов, а здесь у нас делают акцент на одиночные бои, такие более серьезных мобов, хотя по крайней мере в этой локации. Такс. И из-за таких больших атак, таких безумных, из-за того, что тебе, чтобы в мире сражаться, тебе надо будет в тайминг попадать целую кучу раз за одно сражение. Из-за этого хочется держаться вдалеке, потому что вдалеке как будто бы у тебя шансов в 10 раз больше. Даже если у тебя дамага в 2 раза меньше будет, например, издалека гораздо безопаснее, прям намного. Ай! 62! Как с такой ценой ошибки идти вообще в мили? Как же больно гасят. Что за жесть? Просто моб появился, сразу начал атаку, чуть меня не скосил. Обездвижил его. Я хотел свап использовать, не получилось как-то. Шарахаем его. Вот так, вовремя как раз таки специально рассчитывал тайминг. Хорошо, 125 хп у меня. Откуда-то отхиялись немножечко. А, меня же посох лечит до половины хп. Я про это забыл совсем. Он с обычных атак ведь хиляет. Не надо было, может быть, там брать тот самый. Но я все равно здесь куплю себе этот. Да, я куплю. Хоть дорого, но мы и денег фармим много вроде бы. Я куплю себе килку. Жалко, что банку сожрали. Правда, там я, может быть, и сдох бы без банки. Может, я бы действовал аккуратнее. Как-нибудь. Далеко бьет. Тентакля конъюнктивиуса чисто. Сдвигаем. Оп, хорош, отлично.
тайминги жесткие, резкие, но зато каждый раз, когда ты уклоняешься, это прям очень ощутимо, тебе безумно приятно с этого на самом деле. Прям такая агрессивно-слэшерная игра больше. Я не могу сказать, что она мне напоминает как-то Хейдес на самом деле. Вот честно. При этом много кто писал, что им Хейдес напоминает игра, типа Хейдес и Детел Смесь. Но мне не напоминают, если честно. А больше когов лутаешь. Типа как будто выглядит как что-то, как то, что я не буду брать никогда. Типа просто больше фарм за слот на дар, которых всего 3 штуки. А при ударе создает взрыв, оглушающий на 2 секунды. А, это когда меня бьют. Не хочу. Два раза сработает. Причем на анимации показывают там типа 15 урона, вон 15, видите, тебя бьют. 140! 140 тебя будут бить. Нет, разбираем, наверное. Ну, ладно, там 15. На первом этаже все-таки на 15 бьют, да. Там на первом этаже, наверное, демонстрация идет. Но сейчас меня бьют очень больно. Так, здесь коги можно лутать, да? И здесь какая-то картинка страшная такая. Как будто будут здесь какие-то опасные враги. Я пока буду, ребят, лутать все эти комнаты, мне это просто интересно. Как минимум. Такс. Охренеть, у нее дальность вообще. Безумная прям. Отлично. Хорош. А, все. Залутали полностью. Замечательно. Так, поехали дальше. Взрываем. Нифига, как много у него хп. Как он на всю арену лупит. Отбегай! 162! Ой, какой 162? Просто 62. Сейчас бы 162 ловить, хотя я бы... На самом деле, в принципе, это возможно, мне кажется, в этой игре. Да еще хп, просто хп. Серьезно. 5% дамага. Одно дело хп и дамаг в клетках, потому что хп в клетках у тебя качается с дамагом. Это во-первых, да? Во-вторых, у тебя там множителями они идут, и чем дальше, тем хп менее эффективно, а дамаг более эффективен, наоборот, по численному значению. Здесь тебе дамага дают капельку, а хп очень ощутимо. Его прям сильно не хватает, поэтому... Тут я предпочту сейчас пока что хп качать точно. Здесь никого нет, кстати, вроде бы, да? Нет, здесь есть тентакля! Там в бутылке никого не отображалось просто визуально. Я думал, никого и не будет, может быть. Все-таки есть. Так, идем дальше. Не открываем эту штуку, вперед очередь теперь. Оп, отлично. Неуязвимость очень важна. Скорее всего, мне, знаете, кажется, что сейчас самая оптимальная тактика будет найти себе оружие как раз-таки как мой Сирокко, да, желательно обновить его, кстати. И играть от хила от половины хп хотя бы. Потому что он так хотя бы лечиться может. А на пул хп надеется рассчитывать только тогда, когда взорвал. Нифига у него радиус. Семьдесят! Пятьдесят! По-моему, кому-то сейчас хана будет. Охренеть. Практически на ровном месте, казалось бы, да? 10. Убегай! Окей. Взорвать. Добить. О, жесть. Каждый моб так просраться дает. Хотя это мой только второй забег, как бы, так что тут понятно, наверное, что мне будет, скорее всего, непросто, да? А здесь у нас босс, да, я так понимаю? Или нет? Значит, я могу хиляться своим посохом. Там не босс, но я бы сходил вот сюда, наверное, тоже. Давайте попробуем. 31 хп. Вопрос вот все-таки, насколько у меня антиваншот как работает. Нет! Сколько хп надо для этого иметь? Взорвал. 59 здоровья. Ага, хорошо, если одного моба надо было вынести всего лишь. Такс, подарок. А, у нас реслка еще одна есть. Ведь, да? Да, она жива еще пока что. А, убийство, кулдаун, трингетов снижают на 5 секунд. То есть призряжают их быстро.
элитки, мини-боссы и боссы дропают boost when slain. А, есть еще... А, ну логично, что есть элитки, кстати говоря. Я что-то просто пока не опознаю, какие враги обычные, какие элитки. Мини-боссы и боссы, понятно. Ну, дропают тебе какой-то бопав, короче. Ну, мы это разбираем, наверное. Как будто бы вот оружие есть смысл менять, потому что оно обновляется новое, да? А дары смысла я пока особо не вижу, потому что они все те же самые дропаются. Я три нашел, например, и с этим билдом могу дальше идти, просто собирать деньги. Хотя денег не очень много дается. Но как будто мотивация отдельно менять, если ты не находишь чего-то принципиально тебе необходимого прямо, то ее и нету. И сейчас оптимальные тактики выглядят так, что я стреляю из посоха. Сейчас он ЛТ дал, потому что поджигание, так регулярно, в принципе, было. Что врага ХП снижает не только, когда я его атакую. Дамажить издалека сначала из посоха, а потом, когда враг подходит, делать свап как раз-таки на оружие на свое. Ой, тихо. Нормально. Хорошо, здесь никого тоже. Причем хилка идет даже за препятствия всякие. То есть их надо ломать, стараться тоже с этого самого, тоже с оружия. А здесь чего? Просто. Окей, ладно. Просто сломали эту штучку и все. Мне кажется, в этих кто-то будет 100%. Ладно, в этом нет никого. А в этом тентакле. Так, подальше от нее держимся. Вот так. По-моему, взрыв, когда наносишь большой урон, тут есть какой-то стан на врагах, да? То есть им, когда наносишь большой урон, они оглушаются. Где-то что-то подобное было. В какой игре, нахрен, погодите-ка. В Dead Cells было, в принципе, да, там бридж эффект есть. Где-то еще ведь было. Тема именно оглушения, где-то настакиваешь. Блин, не помню где. На языке прям вертится что-то очень знакомое. Но не могу вспомнить. Причем, кстати, после первого оглушения порой можно сделать комбинацию обратного оружия, если у тебя оружие бьет быстро. То есть я сначала бью, например, посохом, свапаюсь на кинжалы, мы оглушаем врага, и после этого делаем обратную комбинацию на кинжалах, потом на посох. Ну, то есть, как он на катаре на моем, точнее. Blade Storm. 88 DPS, 35 секунд кулдаун. Deals damage to nearby targets repeatedly. Ну и сторон непрерывно, короче говоря. Каждый удар... Each hit against the same target adds 5% damage. То ли каждый удар бьет сильнее постепенно, то ли я не уверен, как это работает. Ну, что это как переводит, точнее. И тоже хиляет, кстати. Я беру себе это вместо гу, наверное, нашего. Гу-бомбочки этой. Торнадо мне пригодится. Разбор предметов однозначно дальше будет. Я в этом на 99% уверен, честно говоря. Но вопрос, что будет давать за это? Только золото или, может, лечение будет тоже? Граната на 260, урон по горящим целям, обновляется еще и быстрее на 20%, просто идеально. У меня 600 монет, и только мне хватает либо на банку, либо на нее. Надо банку брать, по-моему. К сожалению. Вот честно. Но мне сейчас действительно банка будет эффективнее. Здесь босс впереди. Да, ожидаем вполне. О, там что-то троица какая-то. Три существа в капсулах, да? По-моему, я сейчас умру, скорее всего, потому что я не знаю, что они делают. Со всеми сражаться надо будет или с одним, или по отдельности, или как. О, на него что-то тут присасывается, он становится злым, судя по всему. Это наш собрат, я так понимаю. А, подождите, мы выбираем, какую кнопочку нажать, да? Кого освободить? Этот спит, красный проснулся, остальные спят. Давайте зеленого. А, или погоди, а зеленого не... О, нет, стоп, можно! 62! А, торнадо вокруг меня работает. Меня воскресило. Охренеть. Это просто как дуэль такая. Окей, я банку хила. Хила жгу, короче. Он весьма резвый. Обычно всегда, знаете, такие человекоподобные боссы гораздо страшнее, чем какая-то билда, которая просто на весь экран себе загораживает, с которой ты сражаешься, по сути, с камерой, а не с боссом. А такие гораздо опаснее выглядят. Один готов, но их, судя по всему, трех надо вынести. Окей, понятно. Прикольный босс, но, по-моему, я сейчас сдохну. Давайте синего. А они каждый... Зеленый на скорость, синий на что-то другое. Каждый из них отражает один из атрибутов, судя по всему. Комбо-атака такая... Ух, нифига. Так, отбегай от него... Куда идти?
Окей. Ожидал этого. А вот этого нет. Ну, мне сейчас посохом надо как будто бы дамажить, да, для того, чтобы лечиться хоть как-то. Нет! Нет! Блин, вообще не понять по его атакам. Индикация типа есть, но ты в динамике все это у тебя может слиться, трудно реагирует поначалу. Она, типа, индикация есть, но она не такая, знаете, очевидная, типа, как вот этот знак в Dead Cells, например. Тебе надо по визуальному эффекту у врага реагировать. Там есть, типа, как его, покраснение такое, все в этом духе. Но гораздо все резче и агрессивнее, если ощущается. Очень больно бьют, из-за этого приходится постоянно мне хилки брать. Но, в принципе, шансы вынести его на самом деле были, если бы я действовал, наверное, более аккуратно. Хотя мне не нравится совсем уж так аккуратничать, потому что в итоге все сваливается в то, что хочется бить издалека, потому что сблизи... Это, знаете, это как в Dead Cells. Если, чтобы красиво пользоваться щитами, если ты умеешь красиво пользоваться щитами, то, скорее всего, другими оружиями вообще там игру ноухитишь, скорее всего. Ну, что-то в таком духе. То есть не просто там можешь парировать любую атаку, а парирование интегрируешь прям непосредственно красиво в геймплей. Здесь тоже, чтобы пройти милишкой, тебе требуется обладать скиллом, не знаю, там раз в 10 больше, чем дальним оружием. Как будто бы так, потому что тебе надо будет доджить раз в тонну раз большее количество раз. Ну, в тонну раз больше, короче, доджить. Тайминг. Цена ошибки здесь высокая. То есть вариантов обосраться и сдохнуть где-то становится гораздо больше. Пока что выглядит дальнее оружие как будто намного сильнее и очень-очень больно бьют. Возможно, что дальше это станет понятнее как раз таки, что с этим делать, потому что мы будем прокачиваться, я так понимаю. Интересно, мы эту флягу, мы пополнять обе фляги будем или только по одной? Если по одной пополнять будем, то больше запас фляг нам не то что много прям зарешает. Не уверен точно. Это у нас навсегда, я так понимаю, дает нам, да? Это дает тринку в начале забега. 477 у нас когов этих. Трансформирование оружия в монетки как раз. Вот, ресайклинг. Давайте вот это возьмем, по-любому надо. Переработка оружия. Так, это у нас дает... Подожди. Пресс-сервис. Up to 100 золота. Shells when you die. Чего? А, резервирует 100 монеток на следующий забег при твоей смерти, если у тебя они оставались. Хорошо. Enchant Crystallize. А, кристаллизация — это наша ЛТшка, вот это вот как раз-таки, да, добивание. И теперь перезаряжает твои тринкеты на 30 секунд. А, за мини-боссов и боссов. На 15 секунд за элиток и 5% за, 5, на 5 секунд за всех остальных. Again the rest. Наверное, за остальных. То есть тебе теперь добивание это будет резать кулдауны тринек. Ты можешь динамичнее ими пользоваться. Хорошо. Но я, наверное, банку возьму. Мне бы восстановление в банке. Ну и, наверное, тогда что еще? Давайте дамаг в спину. Со спины я целенаправленно прям не бью, но регулярно атаки оттуда приходится, по-моему. Boosted boosts. Boosts now have 5% шанс быть зачарованным. Providing a better bonus. Что такое boosts, не знаю, кстати говоря. Может, это те самые, которые давали нам статы? Типа хп там и так далее. Не помню точно, наверное, они, скорее всего. Broken jars sometimes contain food. Вот. Еда в вазочках всяких и так далее. Вот это нам нужно будет. Variant bite. Это, судя по всему, какая-то наживка variant. Я не помню, что это такое. Которая будет появляться в наших экспедициях, убийство которых даст нам особый дроп. Судя по всему, это какие-то особые враги еще. А это, судя по всему, дает нам какую-то обилку, при помощи которой мы сможем заходить в секретки. Хорошо. Тоже пригодится потом. Окей, но это мы позже как раз прокачаем. Сейчас вот сюда отправляемся. У нас квест выполнен все-таки. Что нам за это дадут? Что-нибудь ценное? Деньги? Дополнительную жизнь? Хилку с каждого удара? Кучу диалогов? Он говорит нам про валюты вот эти. Я так... А, может быть, мы сейчас ему их сможем отдавать? Или смотреть здесь наши все анлоки? Или что-нибудь в таком духе еще? Не знаю, сейчас, может быть, поймем. Во! Починить дрона, да, как раз дали ачивку. И здесь мы анлокаем оружие за вот эту вот валюту. Heavy Blade Weapons. Битболт какой-то. Это уже анлокнуто, я так понимаю, да? Ой! Или нет? А, или это бесплатный анлок, типа, был. Для проверки. Окей, хорошо.
Heavy Blade — медленное, но мощное оружие. Ладно, пойдем дальше лучше. У нас причем три вида валют, смотрите-ка. Наверное, валюты определяются по регионам. У нас, допустим, идет два биома, потом босс. Там находится у нас первая валюта, потом снова два биома и босс. Там вторая валюта, а до третьей мы не дошли. Наверное, так. Окей. Хитбласт. Это у нас дары. Это у нас тринка. Repeatedly damage falls in its path. Ну, тут пока не так много всего доступно нам, в принципе, на самом деле. Анлокнутая вот. Возможно, дальше еще что-то добавится. Я бы открыл, наверное, вот этот орб, тринку. Есть щит. Щит это получается в оружии, да. Rise and hold your shield to guard. Allowing you to block or parry. Guard. Ну, защита, короче говоря, провоцирует врагов и защищает от их ударов. То есть, о, погодите-ка, а здесь щит по-другому будет, что ли? А парирование... Just before being hit. Типа, я так понимаю, что... Как... Я не знаю, ну, какое-то отражение удара будет, наверное. Давайте Death Orb возьмем себе, наверное, здесь откроем. Пускай будет пока что так. Можно Dash Mark, например. Марка у нас позволяет мне потом, то есть после рывка бить и будешь создавать молнию. Давайте откроем тоже. Пускай будет вот так. Это наша... подожди. Мы можем то, что анлокнули, можем сразу взять. Сразу взять и потестировать. Надо было взять в следующий раз, значит. Потому что сейчас я не пойду в следующий забег. Пойдем уже в следующей серии, само собой, ребят. Вот как-то так, не знаю. Мне игрушка визуально и как она играется офигенно нравится. Единственное, что меня напрягает, это то, что так больно лупят. Динамика здесь такая... Она не вызывает пригорания. С ней она сложнее сильно, чем Dead Cells, например, и так далее. Надо приноровиться, чтобы лучше уклоняться. Но, конечно, бьют очень больно и отхиляться тяжело прямо. Тем не менее, зашли уже подальше, и это хорошо. Кто сказал, что я должен с первой попытки все пройти, нахрен, да? Постепенно все пройдем в любом случае. Я не знаю, ребят, я кайфанул жестенько, но приятно при этом. Вот как-то так. Надеюсь, ребят, что вам зашло, что вы тоже кайфанули с этой серийки. Зашли дальше, увидели больше. Надеюсь, что вам понравилось, ребят. Подписывайтесь на канал, если это так. Мне будет очень приятно, ребят, я старался. Почему у меня курсор находится именно... это курсор, это просто этот самый. Это не мой курсор, это просто такой значок здесь. Типа, мол, кликните. Он сыграл свою роль, это привлек внимание. Да, как раз таки. Подписывайтесь, ребят, на канал, мне будет очень приятно. Ставьте комментарии, оценивайте, касаемо того, что было увидено в этой серийке. Без забегания вперед, касаемо того, что я еще не знаю и не видел. Будем смотреть дальше. Буду безумно благодарен за подписку на Boosty. Спасибо всем, кто проявляет актив в принципе. А я желаю всем, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня. Всем ночного встречи. Всех кусь-кусь, ребят, и всем пока. Пока.